Так, доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 9 Тамуза, 8 июля. И мы продолжаем изучать Тору, которая сейчас мы узнаем, какое влияние на нас оказывает Тора. Сегодня очень интересно, что книга «Обретение неба на земле» сегодня как раз об этом и говорит, давая нам еще одну грань, как изучение Тора, как влияют вообще вот эти уроки на душу, на жизнь. Значит, первая книга «Айом Йом» она называется, и в ней говорит Любавичский Рэбе, он собирал от предыдущих Рэбе, он говорит так. «Все еврейские родители хотят обеспечить для своих детей поддержку свыше». Действительно, это мечта всех родителей, еврейских, я думаю, что не еврейских тоже, большинства, всех нельзя говорить, потому что бывают разные родители, а большинство очень хочет, чтобы была для детей поддержка свыше. Удача, успех. Некоторые не знают про Бога, да, они называют это просто удача и успех. Но все хотят, чтобы дети были успешны и счастливы. Самое надежное средство для этого, как вы думаете, какое? Поддерживать изучающих Тору. То есть тот, кто поддерживает изучающую Тору, у того для его детей будет удача и успех. Это очень интересно. Поэтому, если вы поддерживаете Ваикра, то вы как раз, так как Ваикра – это изучающий Тору, обучающий Торе, то как раз вы привлекаете удачу и успех для своих детей. Это сказала книга «Айом Йом» на 9 Тамуза. Хорошо, давайте дальше посмотрим. Книга «Обретение неба на земле», она нам объясняет, а что же происходит, почему же, когда изучают Тору, почему это привлекает, оказывает такое огромное влияние, что даже помогая тем, кто изучает Тору, ты можешь создать вот этот вектор такой, да, вектор удачи и успеха для своей семьи, для себя, для своих детей. «Свет души нисходит, чтобы облечься вашей плотью и кровью». Значит, душа, представим себе, душа – это как такой луч света, да, луч света, хотя душа, она нематериальная вообще, то есть ее нельзя почувствовать никакими измерительными приборами. Но самый близкий параметр это свет. Хотя вот если взять по слову, да, то есть нешама. Нешама это от слова дыхание, то это больше похоже на вдох. То есть раньше люди, например, не могли выделять свет, да, не было же электричества. И они когда говорили метафорично о душе, то больше душу сравнивали нешама, это дыхание, руах, руах это дух, ветер. То есть они понимали, ага, вот ветерок, вот я подул, пошел ветерок. То есть для них ветер это было дыхание, самое минимальное проявление материи. Именно поэтому царь Соломон, когда он писал Каэлит, Экклезиаст, он начал Каэлит со слов «эвель эвелим», «пар паров», да, «эвель» — это как пар, который выходит изо рта такой. Вот на морозе, например, его видно даже, а не на морозе, его не видно. И он говорил, весь этот мир — это «эвель эвелим», то есть он имел в виду, что это пар паров, это такая иллюзия. А сегодня бы он был, если бы он жил сегодня, он бы говорил метафорами сегодняшними, он бы сказал, что весь этот мир – это свет, не свет, наверное, а он бы сказал какой-нибудь там квантовое, в общем, он сказал бы что-то минимально устойчивое. Ведь вот этот вот микромир, знаете, есть макромир и микромир. Вот квантовая физика, да, квантовая физика, она говорит о том, что происходит внутри материи. И там совершенно другие законы. Там вот эти вот частицы, они в таком движении постоянном, в таком хаосе. Ты смотришь, вроде материя, да? Вроде вот все такое настоящее. А там атомное ядро, это как солнце. А вокруг него летают электроны. Летают полная пустота, представляете? И получается, что вся вот эта вот кажущаяся материальная вселенная, она внутри на 99,9% пустая. Пустота. А почему они крутятся вокруг этих атомных ядер, эти электроны, так они быстро летают? И как они потом, эти атомы, соединяются в молекулы? Вообще непонятно. И как вот эти вот там квантовые частицы какие-то двигаются? Просто вообще непонятно. Теперь, свет души нисходит, чтобы облечься вашей плотью и кровью. Каким-то образом, вот этот вот духовный луч, он входит в
в начале человек был одной клеткой всего. И вот этот луч соединяется с одной клеткой. Один духовный луч с одной клеткой. И дальше из этого духовного луча, который определяет духовную идентичность человека, да, то, с чем он пришел в этот мир, каждая душа, она уникальна и уникальна, да, у каждой души есть ее собственная уникальность. И вот этот вот, ну, пока эта уникальность никак не проявлена, это просто луч, в котором есть, видно, какие-то параметры уникальности. Как-то в духовном мире они проявлены, просто мы их не можем прочувствовать. Дальше этот луч входит в яйцеклетку, в которой соединились яйцеклетка и сперматозоид двух разных людей, соединились и стали, как в Торе написано, когда муж берет жену в жены, то они становятся одной плотью. И вот в какой момент они становятся одной плотью? В момент, когда появилась вот эта одна оплодотворенная яйцеклетка, когда из мужчины вышел семя, да, назовем это так, соединилось с яйцеклеткой и оп, стали они одной плотью. Теперь это одна плоть, одна клетка, соединенная с одним лучом, начинает вместе уже, да, как написано в трактате Кидушин, что трое партнеров есть в создании человека. Папа, мама и Бог. Вот это как раз здесь, вот эта вот тройственная такая система, она включается в этот момент. Значит, луч, душа – это Бог, яйцеклетка – это мама, сперматозоид – это папа, оп, и дальше пошло это развиваться. Свет души не сходит, чтобы облечься вашей плотью и кровью. Ядро души остается наверху. То есть, оказывается, душа, вот эта вот уникальная идентичность, которая соединяется со Всевышним, она у каждого отдельно своя. И вот эта вот идентичность наверху, она остается чистой, никак не замутненной, а внизу она входит вот в эту вот плоть и кровь. И они соединены. Вот эта вот внешняя структура, которая уже состоит из трех составляющих. Папа, мама, душа. И верхняя структура, где есть только душа. Они как, здесь переводится слово, как обручены. Они как соединены вместе. Тора, и что их сочетает? Тора. То есть вот это вот включение души происходит, когда вот эта нижняя система, вот этот вот плоть и кровь с лучом внутри, когда это начинает изучать Тору система, то в этот момент она активируется, происходит активация аккаунта, и Тора сочетает их. Когда вы всем своим существом бросаетесь в глубины мира Торы, мы сейчас не бросаемся в глубины мира Торы, мы сейчас плещемся в таком, знаете как, вот если возьмем море, и возле моря есть бассейн с морской водой, а возле бассейна с морской водой есть маленький такой лягушатник, называется, где детки плескаются. Так мы с вами еще не бросились в глубины Торы, мы с вами только плещемся в этом лягушатнике. Мы даже еще в бассейн Торы не в бассейн, наполненный морской водой, не окунулись, потому что учить Тору по-настоящему – это часами изучать Гмара, Талмуд, значит, учить Мишнайот наизусть, да, чтобы Тора в тебя входила. Мы сейчас такие, демо-версия, нас пригласили посмотреть чуть-чуть на мир Торы, так, знаете, как… Туристы такие ходят и смотрят, как же там работает все. Хорошо, значит, когда вы всем своим существом бросаетесь в глубины мира Торы, размышляя, пока он не проникнет до мозга костей, тогда цепь размыкается и верх с низом соединяется. Изучая Тору и следуя ее законам, человек выходит за пределы сути сотворенного и входит в безграничное царство Создателя. То есть человек, который находится в этом мире, он себя осознает, как часть вот этого тела, да, он говорит, я живу в этом теле, я хочу, чтобы мое тело получило новую машину, или поселилось в новой квартире, или я хочу, чтобы мое тело пробежало марафон. То есть все я, оно как-то связано с телом. И вот эта вот самоидентификация я, когда человек ныряет в мир Торы, то тогда он действительно соединяется со своим высшим я, со своей душой, и уже при жизни он воспринимает вот эту свою вертикально ходящую лужу, плоть и кровь, он воспринимает как свой биоскафандр, который временно ходит по этому миру, но потом он отпадет, и начнется следующий этап, когда уже я, полностью соединенный со своей душой, буду двигаться по духовному миру абсолютно так же, как я двигался по материальному миру в этом скафандре. Но там у меня будет какая-то другая голограмма, скафандр, какое-то другое самоидентификация, в которой я буду находиться. Это то, как работает вот Тора. Здесь нам это объяснили.
Очень интересно и очень понятно. Хорошо. Теперь, а как работает тогда предыдущий отрывок? Давайте посмотрим. Вот еврейские родители хотят обеспечить для своих детей поддержку свыше. Теперь они сами находят такого космонавта, который уже погрузился в мир Торы, который уже перешел в безграничное царство Создателя. И они этого человека, чтобы он вообще этим миром не занимался, они его поддерживают. Ему что же нужно? Что-то кушать, где-то жить. Они ему говорят: слушай, не беспокойся. Я, так как мне Всевышний сказал поддерживать Тору, я тебя поддерживаю. Значит, а ты просто, ну, там, когда будешь молиться, замолви словечко за меня, за моих детей, там, чтобы они были тоже хорошие, добрые, религиозные, успешные, счастливые, здоровые. И заодно и помолись за здоровье, пожалуйста, там, моих близких и так далее. И вот этот вот космонавт Торы, который погрузился туда по-настоящему, в глубины мира Торы. И таких людей еще поискать надо. Такие люди, они есть. Я помню, такой Талмид Хахам один был, да, которого очень хотели поддерживать богатые люди. Они знали, что он просто святой, цадик и так далее. И есть спор в Шулхан Арухе насчет того, что когда ты поддерживаешь, есть такой договор, называется Иссахар Звулун. Один, как было два брата, и один брат Звулун, он был, занимался бизнесом, торговлей, и давал деньги Иссахару, а Иссахар сидел, учил Тору. И были мудрецы Торы из колена, из рода Иссахара. И есть спор в Шулхан Арухе. Если один человек поддерживает другого и говорит ему: я обеспечиваю твои материальные потребности, а ты учишь Тору все это время, учишь, служишь Всевышнему, прям как здесь сформулировано красиво, бросаетесь в глубины мира Торы, да, то есть полностью туда погрузился. И то, что ты там достигаешь в мире Торы, мы делим пополам. Я тебе здесь в материальном мире отдаю половину, ты мне там отдаешь половину. Или там можно по-другому делить проценты. Так этот мудрец Торы, он говорит: а, в Шулхан Арухе есть спор. Когда тот, кто учит Тору, отдает половину тому, кто его поддерживал, у него остается только половина, или же он ему дает столько же, сколько сам получил? Это спор очень понятный, если мы посмотрим на свечку. Вот у меня есть свеча. Значит, свеча символизирует, как даже в Мишле, в притчах царя Соломона, есть такой отрывок, как нер мицва, заповедь — это свеча, в Тора — это свет, в Дерех Хаим Тухахот Мусар, путь к жизни — это увещевание, да? Получается, что если у меня есть свеча, и я зажег свечу, например, там вот Наталья Железная, да, или Мариева, да, я ей даю, зажигаю ее свечу, у меня же меньше огня не стало, то есть появилось две свечи, у нее есть свеча, у меня есть свеча, у меня меньше не стало. Или же, если посмотреть по-другому, если у меня горело масло, да, и я половину масла отдал, то у меня будет гореть в два раза меньше. Так вот, есть спор, когда Тора, она больше похожа на огонь или на то, что является масло, носитель огня. Так этот мудрец Тора, он подписывал, если ему кто-то давал деньги, чтобы его поддерживать, он говорил так: если у меня не убывают от моей Торы, тогда я готов отдавать половину, ну, столько же. Но если я должен отдать от своей Торы, да, в духовном мире, тогда эти деньги я не принимаю как по этому договору, что я отдаю половину Торы, а просто как цдака, заповедь милосердия, что вы меня, ну, оказали мне милосердие, и все, тоже хорошо. Понятно, да? Поэтому, ну, так оно работает. Теперь двигаемся дальше. Мы продолжаем попытки Балака проклясть еврейский народ с помощью Биляма. Значит, два раза Билям входил в состояние пророчества, и вместо проклятия он благословлял еврейский народ. И вот сегодня третья попытка. Мы видим отсюда, как злодеи, они настойчивые, да, как злодеи. Реб Зуси когда-то говорил, что, говорит, можно учиться у вора, как надо служить Всевышнему. Он осторожный, он не сдается, он предпринимает еще попытки там, и так далее. То есть точно так же мы видим здесь, как Балак злодей и Билям злодей, и они не останавливаются. У них два раза не получилось. Обычный человек скажет: ну все, ну не получается уже. Балак говорит: нет, идем, я тебя отведу сейчас на место. У Балака тоже было такое, не пророчество, он был маг такой, да?
Он видел где-то по звездам, что будет у евреев большая проблема с идолом Пеор. Дальше будет в следующей главе проблема с этим идолом. И он говорит, пойдем на высоту, где служат этому Пеору, с этой стороны проклянем. Значит, и он ему говорит, «Вайомер Балак эль Билям», сказал Балак Биляму, «Пойдем-ка, я тебя возьму сейчас на место другое, может быть, Всевышний Всесильный там даст тебе, и ты проклянешь их оттуда». Поднялись они на вершину этого Пеора, и сказал Билям Балаку, «Построй мне здесь 7 жертвенников, и принесем сейчас 7 быков, 7 баранов». То есть мы видим иногда, что злодеи, они делают те же самые действия, что делают праведники. И они приносят жертвоприношения, строят жертвенники. То есть они иногда могут абсолютно, как инквизиция, например, делала, да? Инквизиция, все, мы, значит, такие верующие они были прям вообще. Ну что, давай хватаем этих. А инквизиция забирала имущество себе тех, которых они казнили. Давай-ка этого мы сейчас проверим. Вот эта вот женщина богатая, да, ведьма она или не ведьма? А ну-ка ее давай подожжем немного, ты ведьма? А она, когда ее поджигают, любой скажет, что он ведьма. Да, ведьма, о, классно, слава Всевышнему, ведьму нашли. Давай, убили, ее, значит, имущество забрали. То есть, или там, например, во многих случаях, когда объявляли войны, вот эти крестовые походы, шли, грабили, насиловали, убивали по пути, значит, все как бы с хорошими побуждениями. И здесь мы видим корень этого, да, то есть говорит Билям, злодей, который хочет проклясть еврейский народ, которому Бог ему сказал, что я благословил этот народ, да, я его вывел из Египта, народ священников, а Билям говорит, все, хочу тоже проклясть. Построили 7 жертвенников, вознесли они тельца и овна на каждом жертвеннике, и увидел Билям, что хорошо в глазах Бога благословлять Израиль. И не пошел он как прежним путем. То есть он так подумал. Два раза я хотел проклясть, но Всевышний вложил мне в уста благословение. И я искал связи со Всевышним, чтобы проклинать в состоянии связи со Всевышним. А сейчас я сделаю по-другому. Я, значит, просто начну проклинать. И вот он решил просто начать проклинать. Поднял Билям глаза свои, увидел он стан Израиля, расположившегося по родам своим, по коленам своим, и накрыл его дух Всевышнего, дух Бога, Руах Элоим, и начал он пророчествовать, и, значит, наоборот, «Как хороши шатры твои, Яаков, ма тову у алейха, Яаков», он говорит, «Как хороши шатры твои, Яаков, Мишканатейха, Исраэль, обиталища твои, Израиль». Как они хороши, как красивы, сказал он. Как кенахалим нетею, он говорит, как потоки они простираются, как сады при реке, которые насадил Бог. Как кедры при водах. И он начинает опять их благословлять всеми благословениями. До сих пор вот эти вот благословения Биляма, они части молитв, мы их вспоминаем, в них будет скрыто, последнее, по-моему, будет благословение, будет скрыто приход Машеха, там это очень-очень серьезное благословение, раз они попали в Тору. И, значит, благословил он народ Израиля, и что? Вайхар ав Балак, и разгневался Балак, да, у него прямо есть разница, есть хама, хама это когда гнев в сердце, но не выраженный. А вайхар аф – это когда, значит, выраженный гнев такой яркий. И он, значит, разгневался Балак на Биляма, и, значит, он сплеснул руками и сказал ему, «Я же тебя проклинать врагов моих призвал я тебя, а ты уже 3 раза их благословил. Ныне, говорит, поспеши удалиться на место твое, иди, говорит, отсюда». Амарти кабета хабдеха, я сказал, что я очень тебя почту и очень много тебе заплачу, но вот не заплачу я тебе ничего, да, потому что Бог тебя остановил от того, чтобы получить оплату и получить почет. Не выполнил работу, тебя звали проклинать, ты благословлял, я тебе ничего не даст. И ответил ему Билям, а я предупреждал, даже если мне Балак даст полный дом свой серебра и золота, не смогу приступить слово Бога, чтобы сделать добро или зло по моему разумению. Что будет говорить Господь, то говорит стану. А это, кстати, интересно, это у них юридически пошел спор. То есть Билям ему говорит, не-не-не, ты мне должен заплатить. Я же сказал твоим посланцам,
что даже если мне Балак даст полный дом золота и серебра, я не смогу сказать то, что мне не вложит в уста Бог. Предупреждал, предупреждал. Балак согласился, позвал меня, позвал. Я работу свою сделал. Я предупреждал, заплатите мне полный дом золота и серебра. Это было его требование. А Балак говорит, нет, я тебя звал проклинать, а ты благословил. А он говорит, ну правильно, ты меня звал проклинать. Я сказал, что я сделаю то, что Бог скажет мне сделать. Если ты на это согласен, я пойду. Ты согласился, значит заплати. Что было дальше, как решился их спор? Завтра у нас нет урока, потому что шаббат. Но в воскресенье я вам расскажу, что ответил ему на эту, на это требование Балак. И чем закончился их финансовый спор насчет полного дома серебра. Надо ли заплатить, не надо ли заплатить. Кстати, интересно, что Билям пришел потом за деньгами, и вы узнаете, что было. Все, в заслугу изучения Торы, чтобы Всевышний услышал наши молитвы, в заслугу того, что мы стараемся учить Тору, выполнять заповеди Всевышнего, что Бог и Мале Коль Мишелот Лебеха Литоватеха, чтобы Бог выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов, и чтобы быстрее закончилась война.